Генеральный спонсор прогноза погоды – магазин женской одежды «Софиана». Бренд «Софиана» дарит роскошную новогоднюю коллекцию для прекрасной половины. Побалуй себя нарядами от «Софиана». Академгородок, торговый центр «Эдем», второй этаж. Магазин женской одежды «Софиана». По данным синоптиков Западносибирского метеоагентства, 25 ноября ночью и днем ожидается небольшая облачность без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночная температура воздуха минус 15, минус 17, дневная минус 1, минус 3 градуса. 26 ноября без осадков, местами небольшой снег, слабые метели. Ветер северо-западный 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью и днем минус 12, минус 17, местами минус 20, минус 25 градусов. 27 ноября без осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 15, минус 20, местами минус 23, минус 28 градусов. Днем 10-15 градусов со знаком минус. 28 ноября без существенных осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью минус 10, минус 15, местами минус 18, минус 23 градуса. Днем 9-14 градусов со знаком минус. Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Спонсор прогноза погоды – Центр отделочных материалов «Клондайк». В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы «Philips». Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса. Разнообразный товар в «Клондайк» поступает без сбоев. Широкий выбор керамической плитки и обоев. По душе ламинат всегда подберете, санфаянс на свой вкус у нас вы найдете. Акции, скидки, подарки дадим. «Клондайк» в нашем городе номер один. Бердск, вокзальная 2/5.